В преддверии празднования Дня Победы в Заинском муниципальном районе начались мероприятия. 27 апреля ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Фирсова поздравил глава Заинского муниципального района Разиф Каримов. Он вручил ветерану подарки от президента Республики Татарстан Рустама Миниханова, от руководства района и от депутата Госсовета Республики Фаата Комарова. С вас начинаем поздравления наших ветеранов. Спасибо. Да, вот значит... От имени президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова разрешите вам вручить вот именной, значит, его подписью открытка. Спасибо. Да. Вот его именной подарок вам с печатью, со всеми пломбой. И, конечно же, значит, от моего имени, от главы района. Тоже именно сам лично подписывал все. Разиф Каримов зачитал ветерану поздравительные телеграммы и пожелал долгих лет жизни. 36 ветеранов Великой Отечественной войны получат такие подарки из рук официальных делегаций. Ко всем приедут домой. Подарки раздадут и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, и труженикам тыла. Вся церемония проходит в праздничной атмосфере. В гости к ветеранам пожалует и концертная группа, где школьники расскажут стихи и споют песни. Эта встреча для ветерана стала очень трогательной. Собралась вся большая семья, чтобы разделить с родным человеком праздник. Я горжусь очень, что являюсь его внучкой. Он у нас прошел войну, был трижды ранен. И с войны он до сих пор носит осколок в сердце. У нас есть семейная традиция 9 мая. Кто где бы ни был, все собираются здесь и поздравляем нашего деда с этим великим праздником. Точно так же отметят в этой семье и 72-ю годовщину Великой Победы, где соберутся все те, для кого завоевывал дед мирное небо.